11 числа вот в Магдебурге будет бой Чигаева с Пионетой. Ты все-таки очень часто спарринговал с Чигаевым, когда он готовился к боям с тем, что... Я из Пионеты боксировал. Из Пионеты боксировал. Значит, хорошо знаешь обоих боксеров. Вот, как ты думаешь, кто фаворит в этом бою? Здесь, ну как, бой проводят хоть и на территории Пионеты. Конечно, может быть, это что-то дает, какой-то бонус для Пионета. Но я уверен, что победа будет за Чигаевым. Чигаев, он сильнее, уровень по классу. Ну, я ставлю намного выше. Ну, по своему опыту сказать, да, что может быть, когда я тренировался с Чигаевым, Чигаев был ну, в лучшей форме своей, вот когда он Валуя выиграл. Может, сейчас он в лучшей форме. С Пионетой я боксировал тоже несколько лет назад. Ну, мне было гораздо сложнее боксировать с Чигаевым на спаррингах. Гораздо я чувствовал больше опасности, чем в бою с Пионетой. Ну а в чем сильные стороны Чигаева? Сильный удар. А техника у него тоже такая неоднозначная? Непривычная. Как неоднозначно? У него быстро двигает руками, быстро бьет. Какая может быть? Что может быть важнее силы и быстроты в боксе? Но все-таки то, что он левша, он то неудобный соперник. Левша — это неудобный. Ну, когда человек готовится работать с левшой, он все это учитывает. Ну, мне лично для меня без разницы, работать с левшой или с правшой. Я знаю, как и с тем работать, как и с тем.